Как восстановить записи актов гражданского состояния? Для этого необходимо обратиться в офис Госкорпорации правительства для граждан, либо в регистрирующий орган по месту жительства. Заявителю необходимы следующие документы заявление, документ, удостоверяющий личность, справка из областного либо городского архива записи актов гражданского состояния по месту, где находилась утраченная запись об отсутствии записи акта в книгах регистрации актов гражданского состояния, автобиография с подробным указанием данных заявителя и его близких родственников, копия трудовой книжки либо другой документ согласно Трудовому кодексу, подтверждающий трудовую деятельность. Если заявитель студенту, нужна справка с места учебы, копия военного билета, если заявитель военно обязанный, две фотографии 3 на 4, документ, подтверждающий оплату госпошлины, услуга платная 0,5 МРП, срок оказания услуги 15 календарных дней.